сейчас едем в город Гемесхайм. Ну, смотрите, какая здесь красота. Уже сирень цветет. У нас тюльпаны, сирень. Как красиво. Нам нужно заехать в магазин Тедди и купить там девочкам ватманы для реферата очередного. И что-то там, Мелис, еще по математике, да, Мелис, она для тебя? Да, специально такую линеечку надо. Я, правда, не знаю, как она называется. Очень сложное имя. Название. Да, название. У нас сегодня немножко погода подиспортилась, чуть-чуть попрохладнее стало. О, сейчас будет, наверное, сильно солнце светить. Красивая слева. У нас уже каштаны цветут очень красиво. Если я где-нибудь увижу, я вам покажу. Когда Мелиссу со школы забираю на остановке, у нас там аллея каштановая и очень красиво. Сирень везде вокруг. Так зелено, красиво. Ну вот, мы подъезжаем сейчас к магазину. О, здесь тоже что-то везде, все где-то делают какой-то ремонт. Что-то, наверное, тут тоже прокладывают трубы какие-то, все перекопали. Вот наш магазинчик. Пустим, а то нам неудобно будет. О, и парковку тоже. Видите, мы здесь раньше парковались, а теперь парковку перекопали. Что-то тут будут делать. Сейчас мы вот сюда запаркуемся и пойдем в магазин. В магазине здесь вот такие барашки продаются. Интересно, Джилис уже позирует быстрее. Сколько она стоит? 20 евро. Вот такие интересные всякие штучки. Вот у нас здесь Мелисочка выбирает ватман. Сейчас возьмем. Здесь немножко покажу, такие для всякого рукоделия разные принадлежности. Здесь тоже. Из дерева можно по девочке делать. Девочки себе вот выбирают принадлежности. Мы заехали еще в магазин Бинго, купили стаканчики. Они все так же еще стоят 50 центов одна штучка. И сейчас мы поедем в другой магазин. Но здесь у нас в воскресенье будет день открытых дверей. И все еще все вся продукция, которая есть в этом магазине, будет редуцирована еще на 20%. Вот, я еще там хотела пару вещичек купить, насмотрела. Но приедем мы, наверное, в воскресенье сюда, прогуляемся, погуляем и купим то, что я хотела. Немножечко покажу вам здесь. Это такой более индустриальный район. Вот здесь фирмы, вот это магазин. Реаль у нас, вот видно написано. Мы сейчас находимся в магазине Бинго. И там магазин Тако, вот за этим складом, вот где резина, впереди машины стоят. Там находится магазин Тако, ДМ, Кик, в общем, все такие магазины, Дайчман. Все вот в этой стороне. Все, мы поехали дальше по магазинам. Пока девчонки ходят в магазине Тако, смотрят себе вещи. Вот Мелисса, Ванесочка там. Джулиса схватила себе вот такую вот майку, посмотрите. Побежала в примерочную сама, одела, прибегает и мне говорит. Посмотри, какая у меня майка. Да, Джулиса? Да. Вот такая у нас моднюха растет.
Какое у тебя тут сердечко. Очень она любит вот эти все маечки, кофточки, когда можно блесточки наверх и вниз делать. Давай, сделай ее всю на хобн. Най, на хобн. И что у тебя получится? Такое одно только большое, вот блестящее золотое сердце, да? Да. Вот такое сердце большое. А когда вниз, вы видели, да, немецкий флаг получается. Вот. Ой. Вот такая красота у нас растет. Бегает себе самостоятельная девочка и примеряет вещи. Вот Ванесса тоже ходит. Куль. Пробуй я сам. Иди пробуй. Вот здесь у нас такой вот магазин. Мы сейчас в магазине Дайхман забежали посмотреть для Мелисочки обувь на спорт. Ей нужно. И немножечко покажу вам ассортимент. Вот такие. Девчонки там что-то себе примеряют, босоножки на лето. Балуются. Вот такие на лето босоножечки для девочек. Ну, цены вы сразу видите, я называть не буду. Для мальчишек. Здесь 25 до 31 размера для малышей. Это домашние такие тапочки. Можно сумочки купить. И здесь для малышей тоже. Такая обувь. Вот здесь скидочки на обувь от 36-го, наверное, до... От 37 до 44. Насюшке смотрим платьишко в магазине Кик. Ей понравилось. Повернись, Насюша. Вот такое нежное платьишко. У нас сегодня футбол в нашем городе. И посмотрите, что у нас творится. Уже магазины закрыты, уже начало 9. Смотрите, все парковки. Во всех магазинах все занято. Видите? Вдоль дороги паркуются. В общем, везде. Смотрите, как красиво расцвели цветы. И какая у нас аллея каштановая. Сейчас я покажу. Девочки, вот сюда, налево. Переходите аккуратно. Смотрите, какая красивая каштановая аллея идет. В ту сторону. Сейчас мы перейдем дорогу. Аккуратно. Мелисса Лауфшнель. Машина едет. Там играют столько народу. Весь стадион занят. Вот в эту сторону аллея из каштанов. Смотрите, какая красота. И вот сюда. Сейчас мы снимем футбол.
Мы уже не пойдем туда, уже девочки устали, пойдем домой. Но немножко решили посмотреть, если будет видно. Вот, смотрите, все трибуны заняты. С этой стороны тоже все трибуны. Видите, все занято. Вот такая у нас игра сегодня здесь. Не знаю, правда, кто против кого играет. Наверное, наш город еще против кого-то. Не знаю, дождемся мы, забьют они гол или нет. Аут. Нет, не закончили, они играют. Да. А вот это юниор команда. Дети. Команда младшая нашего города. Ну вот, в общем, хотели вам показать. У нас сегодня проходит футбол. Хочется дождаться, когда будет гол. Не знаю, дождемся мы или нет. Ну, ай-яй-яй. О, вратарь словил на лету, подпрыгнул и так упал сильно. О, бедный. Как он упал, прямо плашмя задом. На затылок.